Санта, детка, положи под елку шубу, прошу. Я плохой не была, Санта, детка, тебя я так долго ждала. Всем доброго времени суток, товарищи. Сразу сделаю небольшую оговорочку. У нас появилось очень много новых зрителей на канале за последнее время, поэтому, думаю, имеет место представиться. И все ребята, которые сегодня будут поздравлять вас с Новым годом, они также говорят, кто они, под каким псевдонимом выступают и кого они озвучивали. В общем, меня зовут Алексей, я основатель проекта CyberCat Studio. Выступаю под псевдонимом Мяурик, озвучивал Аластера, Блица, Сильвестра в тертом эпитете и еще много других персонажей. Итак, наша команда поздравляет вас с наступающим или у кого-то, может быть, уже наступившим 2021 годом. Для нас этот год был очень важным, потому что вышло огромное количество проектов, в том числе две серии «Адского босса» за довольно короткий промежуток времени для «Адского босса». «Стертый эпитет» к нам попался вот под конец года, замечательный проект. И, соответственно, огромная на канале цифра. Сейчас уже вообще почти 200 тысяч человек, а так основная цифра — это у нас 100 тысяч. Нам приехала серебряная кнопка, я в каком-нибудь видео студийного безумия распакую обязательно на видео и что-нибудь вам там прочитаю. Вот, ну то есть очень много у нас хороших новостей за 2020 год, и в том числе это огромная ваша заслуга, потому что без вашей поддержки, без вашей отдачи нам было бы очень сложно делать то, чем мы занимаемся. Еще раз всех с наступающим Новым годом. В конце у нас будет полная версия кавера, которую вы услышали до наших обращений, поэтому если хотите, можете сразу туда переключиться, если нет, можете послушать и нас. Вот. Собственно, дальше вы услышите обращение от некоторых ребят из нашей команды. Еще раз всех с наступающим Новым годом. Всем привет. Меня зовут Илья. Я являюсь переводчиком CyberCat Studio. Я успел поучаствовать в переводе множества проектов на канале, но мне лень их перечислять, так что просто выделил самые основные. Адский босс, эпитет, зоофобия и куб междоусобиц. Был также очень рад переводить и адаптировать для вас тексты почти всех песен и каверов, включая последние «Ты будешь в порядке» и самые популярные «Жажда». Очень рад вас поздравить всех сейчас с Новым годом и пожелать, чтобы следующий год был, по крайней мере, не хуже этого, и чтобы мы могли продолжать радовать вас еще большим количеством контента. Всем привет, мой никнейм Мегера, в простонародье можно просто Вася. Я озвучивала в отеле «Хазбенд Чарли», в «Адском боссе» Луну и фоновых персонажей. Также из недавно вышедших серий эпитета была за Молли и Зору. Теперь, когда вы поняли, кто я спешу поздравить вас с Новым годом, точнее с наступающим 2021 годом, годом белого металлического быка. Я уверена, что все сейчас уже устали от масочного режима, от этих дистанций и, в принципе, карантина. Но все же следует пожелать вам богатырского здоровья. Любите и будьте любимы. Пусть в новом году вас озарит удача, счастье и, конечно же, новые серии отеля «Хазбин». Да-да, мы тоже ждем вместе с вами. Счастливых праздников, дорогие подписчики! Всем привет! Мой никнейм Акакин. Моим голосом говорят такие персонажи, как Серпентиус, Мокси и Джованни Паташ. Знаете, говорят, что 2020 год выдался очень неудачным, но не для нашей команды. В этом году мы набрали 100 тысяч подписчиков, по миллиону просмотров на некоторых видосах и отзывчивую аудиторию. Нам очень приятно, что вы нас смотрите и поддерживаете. Поэтому хочу вас поблагодарить и пожелать всего наилучшего в 2021 году. Привет всем нашим подписчикам! На связи ABD, или Эйп. Вы могли слышать мой голос в роли Октавии, Аши, Меры, Айкона и так далее. Это был непростой год для многих из нас. Но наступает Новый год, и я желаю вам, чтобы в нем у вас все было замечательно. Мы постараемся сделать его еще лучше с нашими озвучками. С Новым годом, коты! И спасибо за вашу поддержку! Привет, меня зовут Гриша. В нашей команде я являюсь художником. Я отвечаю за визуальное оформление канала, рисую большую часть превьюшек, нередко занимаюсь локализацией серий, также работаю над личным проектом нашей студии, мультсериалом «Город волшебников».
Этот год был очень удачным для нас, и я искренне верю, что будущий год не станет исключением. В новом году я желаю вам быть открытыми для новых эмоций, всегда радоваться, не переживать по пустякам, верить в свои силы, идти вперед и никогда не сдаваться. И пусть будущий год станет лучшим в вашей жизни. С Новым годом! Привет, меня зовут Рута. Моим голосом говорят такие персонажи, как Веги, Черебомб, Нифти и Милашка Милли. Для нашей команды этот год был плодотворный. Появились новые члены команды, а также вышло много интересных серий. Но мы не планируем останавливаться, и в следующем году обязательно порадуем вас новыми проектами. Желаю, чтобы следующий год подарил море положительных эмоций, и чтобы обязательно все мечты смогли воплотиться в жизнь. С Новым годом! Всем привет, я Иванушка, один из переводчиков, который состоял в команде задолго до появления адского босса и отеля. Поздравляю всех смотрящих с Новым годом. Желаю, чтобы в этом году вам не встречались бесячие люди, с которыми вам неприятно общаться. Чтобы в этом году вас не пугали жизненные трудности, и вы всегда шли с высоко поднятой головой. Аньян, меня зовут Юрий Ванчипокер. Моим голосом не говорит никто, ведь я левый чел, каким-то образом случайно затесавшийся в беседу команды. Не будем притворяться и скажем на чистоту. Этот год был сранью, но при этом довольно веселый сранью. В следующий год я могу пожелать вам лишь не помереть, всего остального сами добьетесь. С прошедшей Ханукой вас! Вот такие, в общем, получились у нас поздравления. Еще раз от меня всех с наступившим, наступающим каким-то там у вас годом. В общем, всем огромное спасибо за вашу теплую поддержку. Мы вас очень сильно любим. И в роли подарка сейчас вы можете услышать после моих слов целиковый кавер на песню «Santa Baby». Приятного прослушивания и еще раз с 2021 вас с годом. Санта, детка, положи под елку шубку, прошу. Я плохой не была, Санта, детка, скорей ко мне под елку приди. Санта, детка, кабриолет подгонишь ли мне во дворе? Лишь тебя я ждала, Санта, детка, скорей ко мне под елку приди. Вспомни все затеи судьбы, вспомни всех парней, что ныне не в любви. Останусь такой же святой, только пожеланий список прочти мой. Санта, детка, я яхту крошечную хочу свою. Весь год как ангел была, Санта, детка, скорей ко мне под елку приди. Разукрась мои деньки украшениями от Тиффани. Я в тебя ведь поверила, ну так и ты теперь поверь в меня. Санта, детка, забыла я еще кое-что, кольцо. Это не перебор, Санта, детка, скорей ко мне.